что нельзя выбрасывать, чтобы избежать бед. Народные приметы. Существует множество примет, которые следуют за ними по всей жизни. В том числе есть приметы, касающиеся и вещей, от которых нельзя избавляться, так как это может навлечь беду. Фотографии. Из-за того, что на фотографии изображен человек, он имеет свое энергетическое поле, которое соотносится с материальной фотографией, поэтому, выбросив портрет, вы тем самым выбросите человека. Это может навлечь беду на всех, кто изображен на фото. Вещи из церкви. Иконы, кресты, книжки выбрасывать нельзя. Можно отдать в любой ближайший храм или монастырь. Часы. С часами достаточно много примет, о которых мы говорили уже неоднократно. Самой популярной является та, что нельзя дарить часы, так как это приведет к сильной ссоре или расставанию с человеком. Поэтому, как правило, часы принято обменивать на любую монетку, якобы продавая их. Но и выбрасывать их тоже нельзя. Если они рабочие, это навлечет беду на всех членов семьи. Кошелек. Выбросив кошелек, можно вместе с ним выбросить и денежное счастье семьи. Пусть будет удача на вашей стороне и будьте здоровы!